Здравствуйте! Сегодня мы с вами путешествуем по выставке «Зерно. Основа жизни». И сегодняшний наш герой – пока еще экзотическая у нас культура теф. Теф родом с эфиопского Нагорья и выращивают его как раз в основном в Эфиопии и Эритрее. В переводе с амхарского слово теф значит «потерянный». Дело в том, что семена тефа очень мелкие, размером примерно в 50 раз меньше пшеничных. Возможно, оттуда и пошло такое его название. Чем заинтересовала людей эта культура? Во-первых, теф довольно неприхотлив. Он хорошо растет в горах, не очень требователен к влаге, при плотной посадке устойчив и к сорнякам. Во-вторых, зерно тефа питательно. Поскольку зерна очень маленькие, то крупа всегда получается цельнозерновой, содержит много клетчатки. Богат теф и железом, его там почти столько же, сколько в гречке, микроэлементами и витаминами. В общем, довольно интересная культура, хотя пока еще у нас редкая.